В этом месяце не будет маленьких шоколадок. Я лишусь карманных денег. Жаль. Здесь есть лифт. Я пешком пойду. Маки, но это же тяжело. О чем ты? Лучше, чем раньше. Маки! Иду. Привет, Маки. Давно не виделись. Как поживаешь? 2 месяца прошло, да? Убирайся. Кто так разговаривает с отцом? Я немножко одолжу. У нас нет денег. Она ведь не особо парится о заначке. Правильно? Прятать деньги будешь только ты, Маки. Ладно, я возьму их. Передашь маме. Маки! О, Маки! Маки мой напарник в теннисе и друг, я им очень дорожу. Больше не лезьте к нему! Хорошего себе друга нашел. Повезло тебе, Маки. Вы ему больше не отец. Мы в разводе, но по закону я остаюсь его отцом. Стоит мне обратиться в муниципалитет, и мне сразу скажут, где мой сынишка. Все наши семейные узы. Да, Маки? Хватит над ним издеваться! Если вы не перестанете, я прикончу вас! Да? А что, если прежде чем убьешь меня, я сам тебя прикончу? Хоть пальцем дома тронешь, и я лично убью тебя! До скорого, Маки. Я пришел. Сегодня мы... Ого. Все. Где сейчас мама? Добро пожаловать. С вас 300 йен. Мы никогда не станем свободны. Я покончу с этим.